Новый асфальт, бордюры, поребрики, но главное – современная детская площадка. Новый вид двора по улице Веры Кощеевой радует не только жителей ближайшего дома, но и соседних. У нас появился тротуар вдоль дома, которого не было. То есть жителям приходилось ходить по дороге. Вот этот тротуар, он проложен по народной тропе, которая сформировалась со временем, как это у нас. Жители нашего дома и остальных домов, которые ходят по нашему двору, очень довольны. Жители многоэтажки, узнав о том, что можно попасть в городскую программу, что входит в национальный проект, решили не медлить. Скинулись деньгами и на условиях софинансирования внесли свои 300 тысяч рублей. И сегодня их двор в числе первых оценивает спецкомиссия. У нас 62 двора готовы, ну вот с нашей стороны полностью. Три двора осталось, но я думаю, что к концу этой недели они уже будут завершены. То есть именно асфальтные работы. И дальше остаются вот буквально только ограждения, лавочки и урны, скамейки. До конца сентября все работы обещают доделать. Приемка дворов продлится же еще месяц. Комиссия оценит качество благоустройства, проверит надежность и безопасность игровых форм на детских площадках, изучит акты и экспертизы. Часть дворов, которые были сделаны уже в летний период, полностью укомплектованы всем оборудованием, детским оборудованием, малыми архитектурными формами, лавочками, урнами, освещение установлено, ну, асфальт само собой сделан. И сейчас уже подрядная организация подготовлены исполнительные документы, которые обязательны для приемки. В целом же этот сезон, отмечают специалисты, выдался плодотворным на благоустройство. Теплая погода установилась рано, и за лето в Барнауле успели обновить больше дворов, чем в прошлые годы. Елена Макаренко, «День с толком».